В Великобритании депутат консервативной партии и младший министр международной торговли Марк Гарни оказался в центре скандала, связанного с сексуальными домогательствами. Глава правительства Тереза Мэй приказала провести расследование после того, как в британских СМИ появились сведения о том, что Гарни называл свою помощницу сладкогрудой и просил ее приобрести для него секс-игрушки. В связи с этим министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант заявил: «Если информация соответствует действительности, то это неприемлемо, и кабинет министров выяснит, идет ли речь в данном случае о нарушении министром профессиональной этики». Новость о расследовании появилась вслед за опубликованной в пятницу статьей о том, что сотрудницы британского парламента создали в мессенджере WhatsApp группу, в которой рассказывали о случаях домогательств на работе и делились друг с другом именами тех, кого стоит избегать. Лидер оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин заявил, что уничижительная культура сексуальных домогательств в британском парламенте процветает, и депутаты, ведущие себя непристойно, должны понести ответственность. Заявления звучат на фоне громкого расследования по делу голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого десятки женщин, включая знаменитых актрис, обвинили в изнасилованиях и домогательствах.